И всем привет, ребят, с вами Туз, и мы продолжаем проходить Чужой Изоляции. И тут произошло так, что запись немного поломалась, можно сказать. Но вы ничего много не пропустили, буквально 2 минуты геймплея. В итоге, что произошло-то? Этот чужой, он где-то здесь ползает. Он сюда идет. Короче, доктор сказал, что мы сейчас вместе поедем, начал выходить, а его, короче, вот этот чужой разорвал здесь прям вот на моих глазах. И в итоге мне надо бежать отсюда одному. Вот такие вот дела. Вы немного очень пропустили, поэтому мне сразу все равно стыдно за это, то, что опять зафейлил всю серию одну. Вот там всего примерно минут 2, наверное, от силы было. Так, ну ладно, мы едем теперь, уходим отсюда. Давай, отделение первой помощи. Так. Ну я знал, что меня одного не отпустит. Ой, вдвоем мы не будем нигде бегать, потому что чужие, он очень легко его убил бы. Ну все, в принципе, ничего особо больше не произошло интересного. Хорош. Найти аптечку. Надо найти аптечку для той бабы, да? О, сохранялочка вовремя. Блин, это херня, она уже здесь ползает. Какого фига так быстро? Чужой очень быстро. Он, походу, вылез там сзади. Отвечаю, вылез сзади. Да не, вот нет. Палим его, короче, этим радарчиком. Бери все. На всякий случай потом надо бомбу сделать, чтобы от него отбиваться один раз. Вдруг он меня зажмет. Оба. Быстренько за. Бляха-муха не работает. А тут не работает подача энергии. Ладно, он пока, видимо, не хочет вылазить, он просто уходит, ползает. А куда мне идти? А, вот сюда идти. Да? О, что-то арти. Шокер! О, шокер, нихера себе! Вау! У нас есть оружие! Нихера ты, конечно, вытаскиваешь его. Прикольно, ребят, шокер, ну-ка. А как его использовать? Шокер. А он что, один одноразовый, что ли? А где он? А, вот он. Прикольно. А подожди, а как его делает? Подожди, нет, давай-ка сейчас не будем делать, сейчас здесь ползает эта тварь. Сенсор, нет, давайте сделаем шокер, попробуем. Короче, как он крафтится-то? А он не крафтится. Его нельзя сделать. Давайте сделаем аптечку. У нас как раз есть вещество Б. Аптечки никогда не бывают лишними. Так. О, так у меня есть светошумовая. Ладно, хрен с ним. Если что, я, короче, буду палить сливалера лучше. Нахер. Шокер, кто там ходит? Отстаньте от меня. Так, быстренько пролутываем сначала все вещи, которые можно подобрать. Ладно, давайте посмотрим в компе что-нибудь. Севастолик, включайся. Блин, какое прикольное название. Севастолик. Просто гений кто-то придумал. Этот мой. Фрэнк, посылает труп в морг. Женщину около 40. Ранение в грудь. Я сама хочу ей заняться. Так что, может, сегодня уйдешь пораньше? Климатический контроль. Фрэнк, я приняла во внимание твои соображения по поводу карантина. Заверяю тебя, эвакуация с Кристоболя абсолютно необходимая. Это лишь временная мера. Для меня менее важно. Для меня важнее всего позаботиться о живых, в то время как тебя больше волнуют мертвые. Если ты беспокоишься насчет перебоев с энергией, температуры в морге, состояние трупов, просто отрегулируй систему охлаждения, убирайся оттуда как можно скорее. Окей, тут что-то не карантин, короче, прочее дерьмо, мы уже знаем. Система охлаждения, не найден водородный цилиндр. Надо найти водородный цилиндр и починить систему охлаждения, потому что там, видимо, закрыто все, да? Вот они. Включаем охлаждение, они, в принципе, не подключены. А тут нет цилиндра, нихера себе. Его украли нахер. А куда его дели-то? Вы цилиндр-то верните. Так, ну мы открыли правую комнату. Хорошо, давайте зайдем в правый морг. Эта тварь, она здесь ползает, но она хоть не хочет влазить, потому что здесь некуда прятаться мне почти. Так, правая эта штука открыта. Здесь трупы лежат. Сомневаюсь, что хорошая идея сходить среди трупов. Особенно здесь чужой, мог заразить их этими чужими. А, о, водородный цилиндр. Ты что там ползаешь, а? Ой, не-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 не, не вылазь. Вон там вылезти, может, там эта штука для вылазения. Да не шуми ты. Ладно, он пока не собирается вылазить, походу. Надо быстрее все делать и уходить нахер отсюда. Ох, тут метель, конечно. Что происходит-то? Метель, короче. Ладно. Мне нужна аптечка, где здесь аптечка? Быстро аптечку мне дали. О, хера себе. Очень мне нужно было. Там никто, никого нет. Ладно. Так, доступ к вентиляции. Хорош, вот это мне нужно. Нахер меня чистка воздуха ваша. Все. Замерз. Нахер. Быстрее. Что хранится в кабинете главврача. Узнала фамилию, это доктор Линдер. Удачи, Рипли. Вот быстрее. Твою мать. Уйди нахер. Сука, отойди от меня, тварь морская. Беги. Да твою мать. Да отстань от меня нахер. Как я же успеть должен? Он меня вытащил оттуда. Я не знал, что он может залазить. Он прям всадил между глаз у него, которых нет у него.
Твою мать, он меня схватил. Иди ты нахер, понял, с такими предъявами. Блин, ребята, я не знал, что он реально может залазить в вентиляцию. А можно было от него как-то отстать? Он, как бы, я впальну в него, но это вроде его не остановил. Может, его шокером надо? Давайте выберем шокер на сразу. Создадим аптечку сразу. Так. Шокер возьмем в руку, чтобы как он подошел, мы просто ткнем ему в нос, он охереет просто от такого разряда и залезет сразу обратно. Так. О, здесь другой лут перестал. Так, быстренько. Давай-ка. Активирую систему охлаждения, она не работает, да? Так, быстро. Давайте все оперативно сделаем. Файер. Давайте попробуем потом в него файер кинуть, что ли, для проверки. Сохранимся когда? Когда у нас будет сохранение рядом, и он будет ходить где-то рядом. Можно проверить, на него работает ли файер или нет. Нахер мне вообще эти кислородные баллоны? Он вылез. Брюс вылез, короче, и теперь надо аккуратненько от него убегать. Блин, а как? Видимо, надо здесь заныкаться, потом только лезть в вентиляцию, потому что он... Эй, я же активировал все. О, лут. А как я не заметил вообще? Так, давай-ка быстренько очистку воздуха убираем. Так. Он, походу, там задыхаться начал. Я же очистку воздуха отключил, да, и в него воздух жахнул. Он вылазит, да, то есть. Фамилию, это доктор Лингард. Удачи, Рипли. Постарайтесь скорее. Ну, вот не вылазит сейчас. Мне просто повезло так, что он вылез. А, нет, мне просто так повезло, что он вылез в то время. Он не должен был вылазить, это рандомные случаи. Поэтому все нормально, ползаем дальше. Нехило там ползти, выключу фонарик на всякий случай. Он, блин, ползает тут, я слышу его. Нихера надо головой трясет, как ползет. Так, окей, я готов, если что, ткнуть ему куда-нибудь подальше. Так. Хорошо, мы здесь. Мы в этом, в жилом отсеке, да? Он рядом, да? Не, он вот не того. Так. Хорошо. Это можно отключить. Да убери ты нахер, это меня сожрут из-за этого. Когда я халам включу, он сожрет меня, пока я посмотрю инвентарь. Так, ну его здесь нету. Хорошо. Хорошо. А как пополнять свой шокер? Ой, здорово. Так, ну ладно, его пока не предвидится. Я его услышал, он очень громко топает. Он, кстати, тоже хитрый, он затаивается на несколько секунд, чтобы радар его не обнаружил. И, короче, ждет, пока я выйду. Это что за комната? Интересно. Хорош, я слышу его. Он, походу, ползает, он не вылез еще. Тварь! Ненавижу его. Ходим. Он вылез. На всякий случай сюда залезем, ребят. Он вылез, отвечаю. Не, он ползает наверху сейчас, прям в этой комнате. Судя по звукам. Ну-ка. Блин, я не хочу вылазить, сейчас вылезет. Я вылезу, он вылезет. Давайте посмотрим. Опа! И зашевелился сразу. Так, ну ладно. Зачем я сюда шел, непонятно. Он там далеко идет. Эй, ты там? Он еще не... Он вылез или не вылез? Я не в курсе просто. Тут нет аптечек. Так, аккуратненько ползаем. Не палимся, пока он, походу, не... Так, гребаный звук! Пока я не шевелю... Ползаю... Он не слышит мои шаги, поэтому он, наверное, не может вылезть и определить, где я хожу. Не, он прям возле меня ходит. Он возле меня ползает. Не, ну прекрасно, чё? Это чё, надо... Допуск, это пропуск надо. В любом случае, здесь есть место для прятания, это хорошо. Так, взрыватель хлам. Вот, сейчас надо будет, походу, прятаться. А, под стол. Под стол. Он прям здесь. Отвечаю. Так, подожди, быстренько, аптечку мы не можем сделать. Давайте-ка СВУ, светошзрывная, да? А, ну с СВУ сделаем потом. Нам что нужно-то? Нам нужны какие-то шприцы. Ну, мы, в принципе, в аптечке находимся. Эй, ты где там ползаешь-то? Он, походу, не вылезет вообще. Он просто ползать будет сверху. Не, он в прошлый раз вылез, когда меня пытался достать из этого, из вентиляции. Он вылазит, кстати, долго довольно-таки. Можно проследить и убежать, если что. Кстати, удобно, я вижу, где я не прошел. Там свет не горит. Где не горит свет, там я не прошел. О, смотрите, там, короче, ключ лежит. Сохраняемся, да?
Так, давайте проверим кое-что интересное. А именно, давайте возьмем фаер и приманим его внимание сейчас. Попробуем его отпугнуть просто для... Так, для галочки проверим, отпугивает ли его фаер или нет. Эй, сволочь позорная. Ну вылазь давай. Ну вылазь давай, я тебя жду, сука. Давай. Ну. Где ты, падла? Я здесь, давай, иди ко мне. Пробежим пока. Бляха-муха, ёб твою мать. Вот это было внезапно. Так. Ну давай, вылазь уже, где ты? Покажись, сука. Говори. Где он? Там, что ли? Ну иди сюда, тварь. Давай, 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 иди сюда. Вот она, тварь. А, давай, давай. Не, я не успел в него кинуть, но он вроде не боится его. Оп, меня завалили. Видимо, он не боится. Он боится только гранаты и шокера, походу. Ладно, ну все нормально, я в принципе проверил. Из-за взрыва трубы он пришел сюда. Так, ну ладно, дальше продолжаем движение. Тут, короче, код нужен. По-моему, у меня же есть сломающее устройство, нахера мне код. О, коктейль Молотова. Коктейль Молотова, ребят. Ну-ка, 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 ну-ка. А где он? А, ага, вот он. О, он дешевле. А, он делается из аптечки. Не, это нахер. Я лучше бомбу буду делать. Там не нужны аптечки тратить. Так, доктор Морли, нам все еще рано. Что? А, нам все равно, что вы там должны. Покиньте Сан-Кристоболь немедленно. Вы знаете, что там произойдет, и мне очень жаль пациентов, которые нельзя оттуда вывезти. До другого выхода нет. Это последнее предупреждение. Начальник службы безопасности. Морли, выбирайся из госпиталя. Мы расположились возле жилой башни, люди дерутся за припасы. Ранен столько, что на всех не хватает медикаментов. Моя команда не справляется, нужны еще люди. Не знаю, как ты там вводишь блокировку, но если тебе потребуется доступ к центральной палате Сан-Кристоле, имей в виду. Код 2505. Так, быстренько сейчас введем сразу. 2505, да? Ну-ка, 2505. Хорош, работает. Так, это что за ключик? А, карта доступа, хорош. Так, давайте еще. Сэмюэльс, я иду. Там ползает, короче, местный червяк местный. Так, червяк Анатолий, давай-ка дальше прочитаем. А, блокировка Костры. Приказом службы безопасности госпиталь Сан-Кристоболь закрыт вплоть до особого распоряжения группы медиков, организующих по всему Севастополю боевые госпитали, чтобы ликвидировать последствия текущего кризиса. Об их местоположении будет объявлено позже. Аудио есть какое-то? Слушаем пока. Лингард, это Рэнсом. Не помните? Ну как же. Ваш друг в верхах компании Сиксон. Наверное, вы уж и голос мой забыли. Не звоните, не заходите, совсем меня забросили. Ну что ж, вы дама занятая, а у меня много друзей. В том числе и в безопасности. И кое-кто рассказал мне о том, что вы сообщили недавно Уэйтсу. Меня тоже очень интересует ваша находка. В конце концов, много ли знает о вас Уэйтс? Точно меньше меня, вашего старого друга. И вряд ли он будет снисходителен к вашим махинациям на черном рынке медикаментов. Понятно, доктор приторговывает медицинскими препаратами, наш докторишка, да? Понятно все с ней. Так, ну ладно. Выползаем отсюда побыстрее, пока эта тварь меня не прикончила до конца. Надо найти сохраняшечку. Блин, я забыл сохраниться сейчас, после того, как взял пропуск. Ну ладно, ничего страшного, мы уже уходим отсюда. Так, вот это странно, это стрёмно. Он прям сзади. Блин, как-то быстро перемещается вообще, прям как флэш. Тут просто кошмар, Сэмюэльс. Паха, погоди, баб, не паникуй. Да не паникуй, я говорю. Так. Блин, у меня нет защищаться чем, у меня только шокер. Я, конечно, могу жахнуть его шокером, но сомневаюсь, что это его сильно убьет. Только, наверное, рассердит эта штука. Так. Нет, только не так, только не это. Он здесь, да? Я понял, все, быстренько. Под землю уходим. Уходим в подземелье. Так. Я буду ползать от койки до койки, чтобы не умереть. В случае чего. Надо, кстати, наверх поглядывать. Там дырочки есть, которые меня может убить. Через которые меня может затянуть к себе туда, в свой рай. Так. А это что такое? А, это обычная прятающаяся кабинка. Куда мне идти надо? Он прям впереди. Хорош. Ползает там где-то сверху. Пусть ползает. Черт! Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Нет! Стой! Стой! Револьвер! Так, если у меня спалит, я его застрелю. Отвечаю, если меня спалят, я их застрелю. Да они тупые вообще. У вас сейчас чужой убьет нахер. Точно, ребят, их сейчас чужой. Без тебя проблем хватает. Выметайся.
Ладно, ладно. Ладно, я убегу. Да хрен ли вы стреляете, это я ухожу, ё-моё. Вот дебил, а. Ну, ну как это понимать? И, блин, ну ладно, они хотя бы добрые, не станут стрелять сразу, как меня увидят. Надо было их пристрелить, наверное, лучше. Я кину им светошумовую, короче, они заорут, а там их чужой догонит, и все. Давай, на, опять надо прочитать. Давайте-ка быстренько сейчас все замутим. Данные... Не, где это было-то? 25.05, да? Угу. Так, быстренько. Что такое? Ну вот, начинает лагерь. Что это за хрень непонятная? Так, ладно, мы коктейль молотов взяли, все хорошо. 25.05. Так, берем пропуск, сохраняемся еще раз, чтобы не мучиться в следующий раз. И теперь мы можем натравить на них, короче, чужого. Вот это самая хорошая новость. В смысле, подождите. Сэмюэльс, ну да. Я иду. Не будем слушать опять запись, мы уже слушали. Да заханись ты уже нахер, какого вы подождите? Чё ждать-то? С моря погода, что ли? Ладно, пойдёмте, поползли отсюда потихонечку. Так, быстренько. Наверное, звуковой генератор могу сделать. СШГ, наверное, выберу. Кто здесь еще есть? Я не хочу делать... Я не хочу никаких дел иметь с чужим. Он не очень приятный собеседник. Выползаем отсюда. Опять ползем тем же маршрутом, короче, лутаем все штучки. Там, в принципе, довольно много вещей по дороге можно собрать. Здорово! Чувак, лежишь здесь, да? Но я тоже, короче, место поползаю местом. Лежи здесь. Тут просто кошмар, Сэмюэльс. Так, поползаем дальше по нашей тактике. Я пополз сюда. Здесь я свернул налево. А он сейчас, кстати, может выползти. Никак, он же себя непредсказуемо ведет. Здесь вроде какая-то экспериментальная технология, когда чужой сам обучается, если мы до сих пор, например, пугать его будем много раз с огнеметом каким-нибудь или коктейлем Молотова, он привыкает, что это просто пугалка и не пугается. А если мы его жахнем, звук внезапно какой-то бомбой, он, короче, испугается, что происходит. Я слышу звук, который, короче, он издает, когда вылазит. Он, походу, меня ждет здесь. Он там слюни текут, походу, его шли. Ихние, да, ребята, ихние. Сейчас платье афрографическим словарем себе схлопочусь. Держи. Вот все, ребят, вам хана теперь. Давай! Вперед, мой сквайр! Возьми их, убей их нахер. Они мне не нравятся. Мы просто их убили, ребят. Вот эта движуха мне нравится. Ну все, у нас дополнительные патроны появятся теперь. Он их, короче, завалил, походу. Или они его отмыли. В любом случае, возьму револьвер, на всякий случай. Но судя по звукам, их там двое. Двое стоят, значит. Вот теперь один остался. Вот все, ребят. А, нет, смотри, еще смоляют что-то там, походу. Я, конечно, мог для отвлечения использовать, но я хочу залутать. А, кстати, это довольно долго убивает их. Я могу, в принципе, уползти, но там сейчас столько лута. А, хрен с ним, короче. Моя жизнь не стоит столько лута. Он там с ними дерется, пока может сваливать. Даже? Правильно. А куда мне показывать карту-то? Он их убил, отвечаю. Прикольно, ребят, мы можем стравливать чужого, короче, с этим. Это круто. Это мне нравится. А если их еще будет там четверо-пятеро, он вообще будет долго. Слышно, что ты слышал? Разве не ясно, что меня лучше не злить? Ой, да ладно тебе. Последний шаг. Лучше вали. Сейчас мы хедшотим. Ой, дурак, ой, дурачок. Дострелялся, чувак. Вот так вот будешь знать. Здорово, спасибо за помощь, чувак. Я тебе благодарен, только отойди от меня, пожалуйста. Не-не-не, ко мне не надо. Здорово. Ты вообще помогаешь, отвечаю. Вот ты полезный союзник, вообще иди отсюда только. Оп, нет, 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 тут ничего не полезного. Не-не-не-не, меня тут нет. Иди, он начал палить сам по себе. Да хер ли ты тут трешься-то, иди нахер отсюда. Слышь? Вали отсюда, говорю. Вот, молодец. Вот, правильно. Смотри, там вообще плюшки интересные. Не, слушай, а он реально очень эффективный, особенно если тебе мешает это. Молодец, иди, иди туда. Уходи. Молодец. Все, вали отсюда. Переползай в следующую койку. Оп, успел переползти. Так, ну он хоть далеко ушел, да? А, ну он сейчас скрылся с поля зрения. Отлично. Не, выходит, выходит, это че. Блин, он теперь же не свалит отсюда, пока не успокоится. Пока все здесь не пролутает, он будет ходить туда-сюда. Где он вообще? Эй, ты где? А, ну все, молодец, отлично. Хорош, вали отсюда. Так, мы избавились от нашего назойливого друга. Он реально помогает очень сильно. Так, давайте сюда сойдем. Как круто, ребят, мне реально понравилось. У меня столько эмоций сейчас от его помощи. Так,
Мы зашли в какой-то кабинет. Я думал, по кабинетам лучше лазить, потому что здесь более больше мест, короче, где можно спрятаться. Считай, под любым... Что происходит? Под любым, короче, столом можно спрятаться. Надо, короче, сейчас спрятаться куда-нибудь, да? И посмотреть... Ой, там, смотри, трупец лежит. Давайте его облутаем быстренько. Надеюсь, меня не убьют. Это он же его, да? Да, он его пришмандорил здесь. Ни хера, он его откинулся, честно. Ой, сколько у него тут полезного всего. Так, дайте-ка залейте под койку, посмотрим, сейчас сверимся с картой. Что-то там взорвалось, короче, только что. А, подожди, данные... осмотреть госпиталь. Стоп, а я какой хер сюда-то пополз? А, то есть надо сюда попасть, каким способом никто не знает, да? Вот сюда можно пойти. Или я вообще не туда иду? Нет, смотри, здесь прохода нет, вот тут пункт охраны, но там... Возможно, здесь где-то есть вентиляция. Чё жахнуло-то там? Кто там стреляет опять? А, вон он идет, да? О, молодец, молодец. Красавец, дострелял. Он просто взял его, потряс, и он умер. Так, это, кстати, было внезапно, он из-за угла прям. Ну, молодец, он теперь опять его загрел, он будет сейчас ползать туда-сюда. А там кто? Давайте-ка выползаем отсюда, пойдем. Потихонечку уходим. Давай, открывай дверь. Наш дружок нас догоняет, походу. На всякий случай. Вдруг он сюда придет. Так. Встает все опаснее ползать, тут встает веселее. Тут люди появились, встает веселее бегать, короче, с ним. Окей, он, походу, вообще уполз куда-то не в ту сторону. Ты где там? Да, он куда-то вообще не в ту сторону. Хорош, мы нашли место, где есть комп, значит, мы правильно идем. Так, ну, тут, в принципе, есть много мест, куда спрятаться можно. Чужие не очень любят шарить такие места, вот, маленькие. Допустим, если здесь прячусь, он меня, скорее всего, не найдет здесь под столом. Хотя я сомневаюсь, он может меня найти. Че это? Я не знаю, где это я беру, ну ладно. Так, давайте-ка, пока есть время, может что-то замутить себе. Коктейль Молотова, но я не хочу так... О, СШГ есть. Отлично. А, нет, СШГ не нужен. Мне нужен звуковой генератор. Он зашел сюда. Здрасте, товарищ. Идите отсюда. Так, берем шокер на всякий случай. Я готов. Что его жахнуть, если он сюда зайдет? Но я сомневаюсь, что он сюда зайдет. Тварь мерзкая. Очень мерзко. Я могу башкой побиться об стол. Отлично, он ушел. Хорош. Молодец. Он свалил, отлично. Теперь у нас есть много минут, пока прошарить все здесь. Так, душевное тепло. Я заявляю официальную жалобу руководству госпиталя. Я не желаю, чтобы моим лечением занимался андроид. Кто какой угодно андроид. Я старший менеджер Сиксона, я инвестировался за столь крупную сумму денег. Я хочу, чтобы меня лечили нормальные врачи, люди. Ну и хер тебе. Расписание дежурства, Ленинград... А, ну короче, непонятно. Медкарта, лечащий врач, доктор Ленинград. Сильный химический ожог рук и ног. Лечащий врач, доктор Кульман. Предположительное повреждение мозга в следствии... Бла-бла-бла. Инцидент. Морли, это Лингард. После инцидента Уэйд требует изолировать госпиталь. Его люди будут выяснять, что это за паразит. Я сказала, это чужой. Что существо очень шустрое, но они все равно надеются поймать его сетью. Я организую временный лазарет за пределами госпиталя. Ты за старшего. Ни в коем случае не пускай внутрь Кульмана. Не хватало только, чтобы он воровал лекарства под носом Уэйда. Да уж, Кульман, ты меня... Это самое... Короче, это хрень, которую они ловили, это, походу, лицехват, который убивает людей на раз-два. И из него вылупляется чужое, а потом вследствие вот эта херня вырастает. Там что, людишь? Не. Я, короче, куда-то пришел, вроде большое помещение какое-то, перекресток какой-то. Что происходит? О, коктейль Молотова. А, это оттонул. Так, возможно, я правильно иду, да? Я не пойму, цель какая-то странная, она показывает то туда, то сюда. Как понимать, там кого-то пили, слушайте, по звуку. Там что-то работает. На меня палится эта камера. Я сейчас буду ползать здесь 2 часа, искать, куда надо идти. О, блин, он здесь рядом. А прятаться-то некуда. Это проблема. Пойдемте дальше туда опять. Давайте пойдем по цели, нам именно в этом коридоре надо что-то найти. Так, хорошую карту нашли. Ой, так по карте можем определить, куда нам идти надо. Надеюсь, эта штука сейчас не взорвется. Не, вроде не взорвалась. Так, о, еще компьютер, отлично. О, это похоже на сервер какой-то. О, это операционная, походу. Хорош, тут нам нужно... Сюда и нужно, походу. А, это Android. Я аптечку нашел, да? Хорош, я нашел аптечку. Аптечка у меня. Мы на станции транзита у госпиталя. Рипли, мы слышали выстрелы. А раз слышали мы, то и существо наверняка тоже. Не, оно тут ползает. Давайте-ка заштыримся аптечечкой, на всякий случай. Я, если что, шокером его жахнуть разочек. Возможно, это его хотя бы пугнет. Нахера-то шокер, если он не работает против тяжелого.
Да не вылазь, пожалуйста, мне надо комп прочитать. Так, давайте быстренько почитаем, быстренько. А, имя бла-бла-бла, короче, сейчас открыть и следы... Так. Ну да, смотри, короче, ничего не подлежит разражению. Быстренько полтаем, потому что у меня нету времени. У нас тут ЧП. Хорошо. В Кристобале. Перекрой там все и никого не пускай, пока не придет Гарсия. И никому ни слова. Нам тут только паники не хватало. А когда я узнаю, какая сволочь растрепала об этом Рэнсому, заставлю сожрать значок. Рэнсом явился, размахивая удостоверением, и наблюдал всю эту хрень из портера. Дело и так очень серьезное. Не хватало только, чтобы еще Рэнсом все усложнял. Я понятно объяснил? Конец связи. Так, давайте-ка пролутаем, посмотрим, то есть карту. Нам нужно идти в госпиталь, да? А госпиталь где? Я нашел карту вообще, ой, нашел аптечку вообще здесь, хотя она была показана здесь. Найти Тео ранено, нужно идти в госпиталь Сан-Кристобаль, аптечку, нести ее на транзитную станцию. Как отсюда быстро выйти можно? Как тут крутить-то? Вот. Так, подождите, может я выйду сейчас так вот сюда вот и выйду через отсюда, может быть? Да, вот, смотрите, здесь выход есть. Хорош, мне надо сейчас прямо идти, потом налево. Блин, он тут ползает рядом. Это очень рискованно. Я сейчас сдохну вообще, я не выжил с такого. Схватит инфаркт, я столько сделал, чтобы сдохнуть так просто. Уж нет. Нет уж. Я не сдамся. Если что, я его просто шокером жахну. Карта светится, слишком палит меня. Кстати, а карта, она показывает новую? Ну, я взял карту, но что-то она нихера не показывает, если честно. О, хрен с ней, пойдемте сюда. Продолжай наше движение по плану. Блин, сейчас бы люди пригодились, которые отвлекали бы. Блин, я тут самое плохое, что я не вижу здесь кровати, под которой можно спрятаться в случае чего. Ну, тут угол, конечно, есть, можно в угол спрятаться. О, хорош, это место хорошее. Так, нам сейчас надо прямо, потом направо. Либо просто направо. Ты сядь-то под него. Он вроде еще ползает по вентиляции, поэтому страшно. Ничего страшного нету, что он ползает. Мы увидели, как он уползает. Он, кстати, очень резво уползает. Да ё-моё! Он очень резво уползает, например, из-под потолка и быстро убивает. Так, проходим. Вон выход, отлично. А он открыт, а он закрыт. А, там надо СВУ применить. А тут есть, кстати, вот эта вот штука. Как раз то, что мне нужно, прятаться от него. Тут фраер лежит, короче, один. А, можно открыть, серьезно? Через приемные дороги нет. Черт. Только пройти насквозь. Рипли, это же больница. Там должна быть предусмотрена процедура эвакуации. Да ты издеваешься. Так, а где... начать эвакуацию госпиталя. А, то есть надо активировать эту систему эвакуации, да? А где она находится? Она находится, наверное, где-то вот здесь. Ну... Вот, электростанция, начать эвакуацию госпиталя. А тут не пройти, так надо, короче, по кругу все выходить. О, беда. Беда, ребята. Не, подожди, почему здесь не пройти-то? Я же выходил сюда. Не, пройти-то все, что меня гонят-то. Врет моя карта, там пройти можно. Я помню, я проходил уже, помните, коридор такой тройной. Ползаем отсюда потихонечку. Крадемся. Вон вход, видимо, открыт. Что-то мне врет карта немного, мне врет. Так. Да, открыто все вроде нормально. Если что, на экстренно открытие двери есть. Тут кнопочку нажимаешь. А, то есть я могу... А, вот, смотрите, это открылось. Раньше она была закрыта. Хорош, погнали. Так. Шокер берем, включаем фонарь. Стоп, что происходит-то? Куда идти? Эй, я заблудил. А, в другую сторону. Я думаю, что за херня. Но все, мы в безопасности, он тут, походу, не ползает. Где я сомневаюсь? О, он сам сверху ходит. Я слышал, дверь открылась. Тут что-то все сломано. Ой, тут, короче, кто-то ползал уже. До меня, видимо. Так, что-то как-то все запущено. Здесь трубы большие очень. Я так удивляюсь, какой рост у Рипли, если она такие вентиляции пролазит. Я потом застрял нещадно и сдох, наверное. Так. Мы сейчас должны выползти на электростанцию примерно, да? Примерно, да. Хватит орать, а? Сейчас привлечете его внимание. Выползай давай отсюда. Оп. Так, сейчас вылазь, а он тут стоит, да? Прикольно будет. А что такое? Это есть, да? Эвакуация-то. Блин, это ручник этот хренов. Давай быстрее. Херчу, заведешь нормально. Все на ручнике работает. Давай. Так, сейчас, походу, все за... Убью там лампочки. Включатся лампочки. Что происходит? А, не-не-не, слюни. Это, короче, он меня ждет там уже.
Слышь, у тебя там слюни текут, нихера у него слюни, конечно. Слюни у него кислотные, все знают. Нихера у тебя там, конечно, течет все. Эй, ты там. Он уже ждет меня. Фу, мерзкая тварь. А там будет меня так ждать, да? Давай я поползу от него туда. Сиди там, говно. Сиди там. Не, он вроде уполз. Оттуда это ручьем все течет, короче. Обратно я не вылезу, да? Через этот же вход. Понятно. Блин, сохранение срочно нужно, прям срочно. Я так далеко зашел, не хочу сейчас умереть. Блин, тут свет слишком светло. Нет, он короче, обнаружился на радаре. Надо выползать срочно отсюда. Срочно. Эта дверь открывается? Нет. Это комп не работает, да? А, тут еще одна. Надо две активировать. Давай быстрее нахер этот ручник. Дергай его как бешеное. Я тебе не мотоцикл завожу, чтобы вот тут трясти 2 часа. Давай быстрее. Давай. Хорош. Так. Сохранение. Раз, два, три. Быстрее. Хорош. Ой. Ну давай иди сюда тогда уж. Подерусь я с тобой. Чё, тварь, думаешь? А мне сидеть, давай попробуй. На. А там, дайте пацаны, что там у него есть. А там просто черное. Что происходит? Здорово. Я потерялся, да. Я знаю, что делать. Я, конечно, уже сейчас завершу миссию, я просто прикалываюсь. Давай-ка. На. Как тебе, лобыш? Да, после удара вам сюда нельзя. Так, давайте-ка просто посмотрим, как он андроида раздерет. Мне просто интересно, сколько будет драться андроид против него. Эй, чужой, вылазь давай. А чё не вылазите? Давай! О, поймал меня. Ладно, ребят, на таком моменте... Ты чё такая падла-то, а? Чё такая, сука, падла-то? Да харе ты меня отходи. Ау. Больно? Больно. Давай, давайте я спрячусь под ним под кроватью, может? О! Эй, иди сюда. У меня как раз тут для тебя подарок есть. Нихера себе, у меня там дым идет. Вставай сюда. А почему на него не работает, скажи мне? Ладно, давайте на этом, ребят, закончим серию. Я просто подыхаю специально, что уже конец серии. На этом все, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем до встречи. Бляха, кончились патроны. Всем пока.